Всем здорово, с вами Макс Пауэр. Ха, запечатал, заработал, все отлично. Да, это видеоотчет о 3D принтере. Принтер Франкенштейн собран из трех разных запчастей. Но все получилось. Спасибо большое, кто приходил на стримы, кто смотрел, как мы мучились с ним. Последний стрим, в принципе, мы уже его сделали. Там единственная была проблема прочистить сопла. Но все остальные модификации работали. А ошибка была при сборке, да? Вот здесь вот вентилятор. А, я перепутал первый и второй. Здесь один вентилятор охлаждает радиатор внутри, чтобы трубка проходила и не сплавлялась. А, собственно, вот этот вентилятор. А вот этот вентилятор, он дует на непосредственно модель, чтобы она была покрепче. Итак, кораблик. Кубик вот такой. Весь вечер сегодня сижу, прикалываюсь. Даже свисток, но я что-то с масштабом не рассчитал, хотел маленький сделать. Ну так получается качество печати. Это типа предпоследнее по качеству. Есть еще более качественные, но там что-то очень долго печатать. Я буду самые ответственные модели делать на нем. Вот так вот сопло, по-моему, 0.3 стоит. Вот такой вот филамент пыла 3D. Вот так и все сделал. Хоп, 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 хоп. Подвесной такой механизм на основе камер велосипедных. А, помните, мы сломали штучку, я починил. В 1000 мелочей купил длинный болт и закрутил. Трубочки хватило, в принципе, норм. Ошибки никакие не пишет, все прекрасно пашет. Уже печатал вот это, я печатал с флешки две. А вот это через программу, и котика сейчас через программу тоже. Программа родная, вот это Кура. Мне нравится, здесь масштабы можно делать, можно вообще огромную ее сделать. Вот такую. Вот такого кота. Он там держит плакат угарно. Вот здесь вот настраивайте параметры. Я все-таки поставил, по умолчанию тоже нормально подходило, только толщина неправильно была. Филамента я поставил 1,75, который у меня стоит. И температура там всего 200, а я 210 поставил на всякий случай. Вы не представляете, как. Как Макс Пауэр доволен. Это же вообще. Это же просто. Не описать. Счастье-то какое. Фу. Долго мы с ним мучились. Итак, все модификации там работают. Вот эти вот вентиляторы. Колхоз, блок питания от PS3, все отлично. А в чем проблема была? Ну, проблема в шаге была первоначальная. То, что здесь другие моторы, другие драйверы, другая база, и как бы надо было подстраивать. Шаг я поставил последний 206,8. Ну, кому интересно. Вот. Этот принтер Anycubic основа была. Косел. Вот от него и инструкция. Я так думал, на самом деле основа здесь от другого, микромейк, и голова от другого. А сама материнка, три горилла, и передняя панель, и двигатели, как я понял, у них одинаковые должны быть, но высота разная. В общем, здесь еще исправил косяки при сборке, оказывается, вот это расстояние было разное, из этого голова шла криво. Немножко, поэтому я сейчас я там болт подставлял, ну, обыкновенный вот такой болт, и вот так вот мерил высоту, чтобы каждый была на одном уровне. Таким образом, это он типа встал в центр ровно, короче, с помощью вот этих штучек определяет он это дело. Далее с помощью шага я полностью сделал, чтобы опускалась прям до самого основы, и начинал печатать там. Вот видите, он прям накладывает на основу, ну, на стол. А потом на нем печатает уже дальше. Что еще? А, самая важная проблема в чем была, помните? Когда мы... я что-то запускал печатать. Он вот так в бок уезжал иногда. И прям по столу шкреб. Эта проблема оказывается в драйверах. Драйверы, которые здесь... Они не настроены по току были. Или, может быть, неправильно настроены. Вот подобные, которые вот именно с этим идут. Есть такой резистор переменный, вы его крутите и настраиваете. Я чисто на глаз все это делал,
там один с чем, не помню точно, короче, всем одинаковый вольтаж поставил, просто берешь отсюда, тыкаешь мультиметром и на массу, и везде оставляешь одинаковый, и смотришь, как работает. Они должны держать ровно, четко и не соскальзывать никуда. То есть все вот эти оси должны работать на нем отличненько, без всяких проблем. Все, уже конец печати. Так, в принципе, через родную прогу печатает, и через вот эту вот, там еще, которая вот эта крутая прога была, с помощью которой мы EEPROM редактировали. А вот все греется жутко, просто жутко греется. Моторы кипяток. Еле-еле руку можно держать. Даже блок питания PS3 горячий стал. Ну, такое. Где-то 70-80, я думаю, на пределе все. Ну, в общем, основные косяки это вот были то, что трубки не было. Тихо. А потом вентилятор не стоял неправильно. То есть тут должен всегда вот этот крутиться, а это только на обдув. И ток драйверов неправильно, да. Из-за этого он просто не мог удерживать как на нужном положении голову. Она соскальзывала то влево, то вправо, то на Y, то на Z. Ну, могу сказать одно. Вот эти вот дельты, это реально хороший скилл прокачивать. Теперь я про не знаю все, надеюсь. Ну, с помощью вас тоже спасибо вам, кто подсказывал. Конечно же, огромное спасибо самому главному. Это братья Кашехлебовые, Степан и Григорий. Спасибо вам. Надеюсь, на меня не обижаетесь за мой немножко глупый взгляд на многие вещи, но тем не менее сделал. Даже без калибровки. Да. И причем на родной прошивке. Ну как, родной для этой платы. Это Merlin 1.1.9. Самая-самая прокачанная, которую я нашел. По-моему, это было в... Типа в Пикабу. Не в Пикабу, а в 3D Today, хороший сайт. Моделей сейчас там куча, я смотрел в интернете, это просто, глаза разбегаются, все. Фух. Это он делал 23 минуты, по-моему. Ну, около того. Причем с последствиями качества, ну, такое вот оно качество получается. Да, немножко закусил, по-моему, где-то. Можно с температурой поиграться. Так. Вот такой... А нет, он так и есть. У него вот такой рот у котика. Открытый вот так вот. Да. Ну да, вот так вот примерно. Можно больше гораздо делать. Можно маленький. Там 2 грамма всего. Прикиньте, сколько килограмм. Это на 500 котиков хватит вот этой бобины. Это все убирается с помощью ножичка. Острого канцелярского. И все, у вас готовая модель, как кораблик вот этот получается. По прочности ничего не скажу, для заполнения, по-моему, 10%. Вообще он весь пустой. Но если делать плотную, я думаю, его фиг сломаешь. Даже вот так нормально, такой брелки, считай. Можно печатать. Да любые 3D модели. Тихо, фух, наконец-то отключилось. Вентилятор воет, с ума сходит. Я вообще не понимаю, кстати, вот все, кто есть в этот самый 3D принтер и такие вот примерно компактные основы, всегда ставьте вентилятор. Даже от компьютера это будет тема. Некоторые драйверы, они там чуть ли не чернеют, я смотрел. Вот эти платы, они просто темнеют со временем. Ладно, все работает. Потом еще кучу расскажу информации. Все надо сливать в моих камер в подробностях. Но спасибо за просмотр. Спасибо, кто приходил на стримы. Все, чуваки, у нас получилось. Я этому несказанно рад. Это настолько легкие модели, что они сливают от воздуха, улетают. Да. Насчет вот этой головы, кстати, которая забилась. И забилась, еще раз говорю, потому что вот эта не охлаждалась часть. И она просто там в трубке расплавилась. Ну, в радиаторе, в алюминиевом. Вазелин отлично помог. Кстати, во всем, все шарниры идеально работают, мягко. Он даже сам, видите, просто собственным весом падает уже, если моторы не держит. То есть никакого сопротивления вроде нет лишнего. И что еще хотел сказать-то? А, вот с помощью иголки я прочищал сопло 0.3. Самую тонкую вот такую сделал. Вот там шевелил. Ладно, все, подписывайтесь на канал. Лайф основной, скоро видос, через неделю будет точно.